Не все должники оплачивают штрафы добровольно и вовремя. Чтобы выявить злостных неплательщиков налогов, алиментов и тех, кто не погасил штрафы в отведенный законом 30-дневный срок, судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД регулярно проводят рейды. Первый шаг инспекторов ГИБДД – выявить нарушителя. Далее за дело берутся судебные приставы. В базе данных записано все – кто нарушил, сколько раз, а главное – сколько это будет стоить. Судебные приставы также вправе ограничивать право выезда должников за границу. За данное правонарушение предусмотрено статьей 20.25 части 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наказание в виде удвоения административного штрафа либо административным арестом до 15 суток. За время рейда сотрудники ГИБДД составили 12 протоколов об административной ответственности. Столько оказалось должников среди проверенных водителей. Кому-то судебные приставы-исполнители вручили требования о явке, другие предпочли оплатить штрафы на месте. Кстати, именно после таких рейдов нарушители более охотно идут оплачивать свои забытые долги.